Так, всем привет, на связи Имба Чамелеон, наш шок-контент, игра от первого лица. Вот, наконец-то покажу, как я играю пальчиками. Короче, сделал такую кастомную подставку, чтобы оператора Саню не звать, чтобы у меня был, типа, стабильный, так сказать, объектив. Вот, решил показать, как я играю чисто в настоящем бою, так что пойду в 3 на 3. Вот, оно сейчас через 2 минуты начинается. Вот, видите, какие у меня чётенькие пальчики пианиста, блин, такие тоненькие, манюсенькие. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вообще чётенько. Смотрите, как я умею, блин. Смотрите, нах, как я хамчик умею, блин. Хуяк, хуяк, блядь. Фейл. Хуяк, 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 хуяк. Короче, пох. Вот мой агрегат. Можете рассмотреть его, блин, сейчас. Фокус тут сработает. Имба Покафон 2. Посмотрите на этого красавчика. Просто огонь тип. Сейчас покажу одну фишку. Блять, тут камера выезжает вообще четенько. Просто зверь. Смотрите. Просто огонь, да? Охренеть. Камера выезжает. Ни хрена себе мочь. Фух, ладно. Прячется. Фокусировка здесь, конечно, жесть. Тупая камера. Так, ладно. На чем это я останусь точно? Идем в 2 на 2. Сейчас звуки добавим, чтобы было слышно, что происходит. Вот. Вот мой кулер, который я использую и на стримах, когда играю в Genshin от Black Shark. Классная тема, да? Четкая. Смотрите, видите, тут даже конденсат собирается на нем. Очень сильно охлаждает. Короче, лепим его на телефон. Вот так вот. И вот такая мощная махина получается. Скажите, классно выглядит, да? Охренеть. Просто секс. Так, ну, погнали 3 на 3. Не знаю, кого нам дадут, раков, не раков. Пох, сейчас покажу, как хамчик играет. Женистер и кэп в сети. В принципе, пофигу, думаю, затащим. Так, что там еще надо рассказать перед боем? Короче, больше ничего вроде не надо рассказывать, ладно. Бой начинается. Так, ну какие-то раки, думаю, я тут на... Они, бля, тут кэп, пизда мне, пизда, народ, это пизда. Ну, чисто по приколу могу показать. Так, кэп зеленый. Тут, да, у нас вообще состав херовый, думаю, я проиграю. Ну, хотя бы покажу, как играю. То есть, такое, ладно. Смотрим, играем одной лапкой. Строим казармы, все как всегда. Не знаю, как можно играть двумя руками, это просто нереально для меня. Видите, мне кулер вообще не мешает, потому что я просто одной рукой держу телефон, второй играю. Вот видите, большой пальчик, он делает сброс. Сброс делает. Блять. Вот так сделаем, точно. Затуляет экран немножко. Оператор наш. Пока что без комментариев, надо собраться с духом. Вообще, я хз, как здесь победить. Чисто так по приколу играем. Ну, короче, видите, как хамчик играет. Сейчас по-быстренькому сольемся, и, в принципе, вот и видос весь. Кэп вот здесь. Видите, большой пальчик делает сброс. А указательный чисто тапает. Вот так вот хамчики играют. Скажите по 10-бальной шкале, как оно удобно, не сильно удобно. Торпеда тупая. Короче, будем играть без героев, нахер не надо. Пробуем чисто танчиками как-то затащить. Опять камеру постоянно, то есть телефон держу постоянно как-то не так, как надо. Потому что, блин, чтобы я имею в виду в камеру, в объектив попадал телефон, блин.
чтобы вы все видели. Он постоянно под каким-то не тем углом попадается и т.д. и т.п. У Кэппа, конечно, изи победа. Это без шансов. Но видите, вот большой пальчик, он делает сброс. Указательный тапает по всему. Оп-оп-оп-оп. Довольно шустренько все получается. Кэп тут дельта раш устроил. Имба кэп. Так, что у нас тут происходит? Кэп убивает дельтами. Нормально все, короче. Минус желтый. Сейчас попытаемся сделать креч, что может получиться его спасти, хотя что-то я сомневаюсь в этом. Так, кстати, там ящик сзади, я его не взял. Сейчас узнаем, что наш синий делает. Ой, зеленый не помогает, блин. Ах, блядь, эта фокусировка меня задолбала. Где мой вертолет? Сейчас подправим на разведку синего. Это что, сдался? Отлично. Ха, вот крендель. Отлично, народ, синий сдался, прикиньте. Ха. Вот это поворот. Отлично, может даже победим. Только надо как-то спасти этого рака. Сейчас подгоню свои танчики, думаю, смогу его отбить. Или лучше пойдем сразу на Кэпа. Шок-контент, да, народ? Извиняюсь за фокусировку, камера не профессиональная, это камера от дешевого телефона. Чисто чтоб мог снимать. Так, ну вроде мы побеждаем. По третий штаб. Давайте автораскладку включим. Включил специально 60 FPS, типа, чтобы видели, как я быстро тапаю, но это все равно такое, да. Все, отлично. Вот это изи победа. Мне задал, что синий сдуется так легко. Ну, нормально, да? Тюк. Минус кэп, минус все. Я с желтой, конечно, красава. Доказал, что не терпила. А синий тупо крыса, блин, взял, предал имба кэпа. Да, уж думаю, после такого кэп точно не будет ходить 2 на 2. То есть 3 на 3. Ой, блин, надо было как-то тут зафиксировать, не знаю, положение телефона, просто чтобы знать, где нажимать, где не нажимать, где видно будет нормально, где будет хреново видно.
Ну, победили и победили. Ну да, конечно, попробуй ты что-то нам сделать. Ни хрена ты не сделаешь. Мы имбы, имбы. Потом давайте я еще раз покажу в тренировке обычной против какого-то игрока, как я разведку провожу. Надо будет просто выбрать нормально все тут. Зафиксировать получше. Вот так вот. Шок-контент, народ. Шок-контент. Сколько хамчик обещал выложить такой видос? Блин, и только сейчас выложил. А у зеленого уже ягохлам есть. Вообще изи. Ну, вот, короче, Данк, я помню, говорил, что ему кулер мешает. Смотрите, я просто телефон держу одной рукой, он мне вообще никак не мешает. Я могу снять его, блин, буду держать телефон просто вот так. То есть, по сути, ничего не мешает. Видите, вот тут даже конденсат остается после кулера. Он настолько охлаждает телефон, что здесь тупо такой мощный холодок остается. Очень классная тема. Короче, тут изи победа. Давайте еще, народ, мне еще нужно в трене показать все. Ух, блядь. Ну что, я приноровился, теперь, думаю, смогу нормально все показать. Кэпа, конечно, жалко. Ну, блин, подбор такой, то есть. Я уже хотел сдаваться. Думал, да, синий продержится, пока Кэп убьет этого, ну и все. Нет, этот вьетнамец кинул Кэпа, бедного. Давай, давай, победа, победа, где победа? А может, синий тут уже лучше сделал? А, нет, все, победа. Фух. Сейчас вот смотрите на этих противников, вот сейчас покажу. Хоп, видите, вот этот синий мудак, он тупо кинул Кэпа. Жесть. У нас команда была довольно слабенькой, но из-за того, что этот синий мудак сдался, Кэп проиграл. Все, давайте сейчас быстренько треню с каким-то ноунеймом и вырубаю. Офигеть, играем 3-3, противник равный, но один из нас говорит, я не хочу, из DS2. Мы победили, я не знаю, что сказать. Вызову Кэпа на минуту, на треню. Карту надо большую какую-то выбрать, чтобы нормальные ящики собрать. Думаю, давай-ка, какая тут карта лучше всего? Фигня, 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 фигня. О, вот это неплохая. О, согласился. Думает, что я с ним буду играть. Тупой кэп. Тупой кэп. Я просто использую его, чтобы проверить, показать вам, как я развертки делаю так. Блять, не тот буст. Ай, блин, меня бустов нема. В принципе, положение у меня здесь довольно неудобное, так что, может, чуть-чуточку буду проседать. Видите, как максимально быстро я делаю отмену большим пальчиком? Тупо делаю касание и сразу отмена. Могу иногда делать бесполезные касания, когда, типа, блин... Случайно нажимаю вместо отмены на экран. Такое часто случается, когда не приноровился, то есть начинаешь играть в бой, и просто у тебя прицел сбивается. Ну а так, уже я так играю, не знаю, лет 4, так что у меня пальцы максимально нацелены на всю эту тему.
Я могу уже попадать почти куда угодно. Тупо отмена получается, идеально четко. То есть кто-то играет вот так вот как-то, я не знаю, блин. Типа вот так вот, блин, что-то там тыкает. Потом отмена, блин, это ж полный бред. Вот так вот надо играть. Хоп, отмена, четко, все. Бусты, хиряк, блин. Изи, да? А, смотрите, как я делаю расстановку юнитов. Такое чувство, что на пианино играю. Сейчас пехов немного сделаем, покажу. Так, фокус вроде неплохой. Тёк, 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 тёк. Сейчас все сбегутся. Смотрите, когда мне нужно просто быстро раскидать их, мне не важно как, красиво, некрасиво, главное, чтобы юниты хотя бы как-то стояли ровно. Я просто беру вот таких нах. И смотрите. Хоп. Хоп. Все. За секунду 12 юнитов встали на места. Хоп. На вот такую позицию. Видите? Хоп. Все, четко. Тупой кэп думает, что я с ним по-настоящему играю. Ха. Ох, блядь, как же я задолбался. Вот такой вот, народ, видосик. Вот так вот мы играем. Ставим лайкосики, пишем комментарии, как вы играете, на каком устройстве. Классная штука, да? Black Shark. Такой вот патефон. Мощный, уверенный. Даже вот так он может стоять. Хуяк. Все, всем спасибо. Всем пока.